Уважаемые выпускники 2020 года, дорогие юноши и девушки, сердечно приветствую вас от имени поколения, которое рождено в 1945 году. Мы счастливое поколение, мы родились вместе с победой и следуем ее ценностям 75 лет. Нас растили, нас воспитывали, нас учили люди, у которых главным было совесть, благородство и достоинство. Это были великие патриоты и великие труженики. Сегодня вы новое поколение, наверное, лучше нашего по многим параметрам. Вы более красивые, вы более нарядные, вы, как порой говорите, продвинутые, креативные. Но, ребята, есть такие ценности, которые не ветшают с годами. Они вечные и святые. Какой бы год ни был на календаре, первое, каждый из нас должен любить свою землю, свою малую и большую родину-мать, любить труд, дело, которому ты служишь. И, конечно, быть счастливыми. А счастье, как говорят классики, это когда есть крепкая, здоровая семья, есть дети, есть те люди, которые тебя никогда не предадут. И поэтому сегодня, когда вы стоите на пороге большого пути, очень хочется вам пожелать, чтобы эти ценности были в основе вашей жизни и деятельности. Как сказал поэт, «Родина – поле любви бесконечное, Родина – наших героев кровь». Родина – слово святое и вечное, как надежда, вера, любовь. Поэтому я вам желаю, чтобы в вашей жизни вас всегда провожали, сопутствовали, были рядом с вами. Реальная надежда, крепкая вера и большая-большая любовь и к земле, на которой живете, и к семье своей, и к детям, и к самой жизни. Любите жизнь. Не уставайте жить. Вы должны сделать подвиг, который зовется жизнь. Я поздравляю вас с окончанием учебного года. Успехов в сдаче экзаменов.